поселке его все любят. Он немного безрассудный, горячая голова. Как говорится, только и всего. Я не понимаю, зачем ты мне все это рассказываешь? Боже праведный, Роситы. Ведь всем известно, что Дон Фернандо к тебе неравнодушен. Не лезь в мою частную жизнь. Я и не лезу ни в чью жизнь. Пойми, наконец, я представляю власть в Энсенаде. Я префект и должен расследовать все, что здесь происходит. Конечно, он тебе что-нибудь говорил. Что-нибудь досказал Дон Фернандо. Кстати, тебе известно, кто не позволил убить Хулио Сесара? Одна из падчериц Дона Фернандо. Если ты что-то знаешь, расскажи мне. Ты прекрасно понимаешь, что не должен давать ход этому делу, правда? Подумай о себе, Пайфа. Оставь все как есть. Конечно, ты префект. Но здесь у закона есть имя, и это имя — Фернандо Мальдонадо. Черт возьми, как я популярен в этих местах. И что вы обо мне говорили? Признавайтесь. Что вы обо мне говорили? Что вы говорили о Фернандо Мальдонадо? Я спросил, что с ним? Что ты сделала с моим сыном? Папа, увези меня! Сеньор Алехандро, позвольте, я вам объясню, в чем дело. Увези меня, пожалуйста. Да, сынок, мы уезжаем. Позвольте, я объясню. Нет, мы с тобой поговорим позже. Поехали, Леонардо, садись за руль. Вы меня не убедите. Эти людишки из поселка совершенно невоспитаны, они опасны. Ты ошибаешься, мама? Я разговаривала с этим парнем. Он ни разу себе ничего не позволил. Сеньора, я хорошо знаю Хулио Сесара. Я уверен, он не способен причинить зло вашей дочке. Тогда почему же его приказали избить? Что-нибудь он натворил? Согласна? Мама. Ребенок. Мама, мальчик дома? Какой мальчик? Кики? Да, мама. Я взяла его на пляж, а он потерялся. Его нет? Его здесь нет, дома Кики нет. Боже мой, Алехандро рассердится. Как же так? Он потерялся, мама. Ребенок потерялся. Как же он потерялся? Как это могло случиться? Что произошло? Почему вы оставили его одного? Вы должны были за ним смотреть. Боже мой. Как же так, сестренка? Ты же хотела подействовать на Алехандро через ребенка. Лучше замолчи. Энкарнасьон, найди Дона Фернандо быстрее. Но Дона Фернандо нет, я не знаю, где он. Боже мой, для Алехандро это станет трагедией. Это твоя трагедия, сестренка, представь себе. А вдруг его утащила акула? Стефани, мама, что делать, мама? Что же еще? Надо искать Кики, вот и все. Пресвятая Дева Мария, это Урбина. Урбина, утопленник. Плохи наши дела. В поселке творятся странные вещи. А по-моему, он не утонул, его убили. Не трогайте его, пока не придет Паева. Ансельмо, сынишка Мальдонадо увидел его первым. Я нашла бедного мальчика в слезах. Кто это, Ансельмо? Кто это? Урбина, Исамар. Урбина. Урбина? Бедняга, утонул. Нет, я пока не знаю, утонул он или его... Ну ладно, где же власти? Почему не приходит Паева? Я схожу за ним. Да, беги за ним, быстрее. Паева, не рассказывай мне сказки. Я в такие дела не вмешиваюсь. Вмешиваешься или нет, это ничего не меняет. Хулио Сесар хороший парень. И тебе это известно. Ты же знаешь, в поселке его все любят. Он немного безрассудный, горячая голова, как говорится. Только и всего. Никому не дано право избивать парня. Я не понимаю одного. Зачем ты говоришь об этом мне? Боже праведный, Росита, все знают, что у вас, Фернандо, связь. Не лезь в мою частную жизнь. Я не лезу ни в чью жизнь. Пойми, наконец, я представляю власть в Энсенанде. Я префект и должен расследовать все, что здесь происходит. Я уверен, он обязательно тебе говорил. Он что-нибудь сказал, Дон Фернандо? Кстати,
Тебе известно, кто не дал им убить Хулио Сесара? Одна из падчериц Дона Фернандо. Если ты что-нибудь знаешь, расскажи мне. Ты отлично понимаешь, что не должен давать делу ход. Правда? Подумай о себе, Пайва. Оставь все как есть. Конечно, ты префект. Но здесь у закона есть имя, и это имя — Фернандо Мальдонадо. Черт возьми. Как я популярен в этих местах. И что вы обо мне говорили? Признавайтесь? Что вы обо мне говорили? Что вы говорили о Фернандо Мальдонадо? Пожалуйста, успокойтесь, я сам отправлюсь его искать. Да, только поскорее, сынок, ради бога. Посмотрите. Смотри, Каролин, Кики, Пресвятая Дева Мария, Кики, где ты был? Господи, что сделали с моим мальчиком? Не знаю, даже не представляю. Я нашел его в таком состоянии. Он так и не рассказал мне, что случилось. Боже мой. Что случилось, малыш? Что произошло? Я оставила тебя на минутку, а он исчез. Где ты его нашел? На дороге. Его вела эта девушка, Исамар. Что с ним сделала эта девица? Что она тебе сделала, Алехандро? Бедненький, конечно, эта девица его обидела. Как только я ее увидела, я поняла, что она плохой человек. Господи, кто знает, что она могла сделать с моим Кики? Ничего она мне не сделала. Она ничего не сделала, папа. Исамар меня спасла. Она мне помогла. Она помогла мне, папа. Да, сынок, успокойся. Успокойся, малыш. Как же так? Куда подевалась эта девушка, Закарес? Не переживай, Провиденсия. Наверное, она встретила Виолетту, и они пошли погулять. Она помнит, что должна отвезти меня на анализы. Нет, Закарес, ты же знаешь, как и сама обо мне заботится. Очень странно, если она забыла. Мама! Ну, слава богу, что ты пришла. Твоя мама уже умирала от страха. Мама, прости меня, но случилась страшная вещь. Страшная? Что случилось? Рассказывай, дочка. Я шла вдоль реки и вдруг заметила мальчика. Он плакал. Я не знала, почему, а потом увидела, что там мертвец. Мертвец? Что? Какой еще мертвец? Урбино крестный. В реке плавал Урбино головой вниз. Он был мертв. Урбино был мертв. Ну-ка, оставь нас. Нет, Пайва. Ты не можешь верить всяким слухам. Ты власть. И тебе нужны доказательства, убедительные. Не разочаруй меня, Пайва. Я тебе доверяю. Я вас понимаю, сеньор Мальдонадо. Но это мой долг. Я должен расследовать каждое заявление, которое ко мне поступает. Нет, Пайва, не надо заблуждаться. Ты не можешь проводить расследование, если кто-то вдруг решил заявить на Мальдонадо. Вспомни, как ты опростоволосился, арестовав моего мальчика, Рея. Мне было неприятно, что мой сын провел ночь в тюрьме. А все почему? Потому что какая-то женщина передала тебе сплетни обо мне. Пожалуйста, Пайва. Да, хорошо, но поймите и вы меня. Закон гласит, что я мог бы подать в суд на эту чертовку за клевету. А на тебя за превышение власти. Но я этого не сделал. Я ценю тебя. По-моему, тебе просто нужна помощь. Слушайся моих советов. Не верь сплетням. Не осложняй себе жизнь. Я гарантирую тебе полную поддержку семьи Мальдонадо. Сеньор префект, там на пляже мертвец, и, похоже, его убили. Это неслыханно.
И зачем мы только приехали в поселок, где творятся такие вещи? Насколько мне известно, здесь давно никто не тонул. По крайней мере, мальчик немного успокоился. Но он по-прежнему боится этого утопленника. А ты ничего не узнала, Каролина? Кто был этот тип? Где он жил? Кто он? Неужели я буду расспрашивать про какого-то утопленника? Да я чуть с ума не сошла, разыскивая Кики. Нет, не может быть. Что случилось, дочка? Хулио Сесар, мама. Я должна пойти к нему домой. Ты с ума сошла. Причем здесь этот парень? Надеюсь, что ни при чем. Но я должна идти. Подожди минутку. Подожди. На что ты намекаешь? Что могло случиться с Сесаром? Вот это я и узнаю. Стефания, подожди. Послушай. Боже мой. Успокойся, сынок. Перестань. Все прошло. Нет, папа, не оставляй меня. Я только поплотнее закрою дверь. Я больше не хочу видеть этого мертвеца. Успокойся, сынок, я с тобой. Ничего не случится, не волнуйся. А где Изамар? Почему ты оставил ее там? Послушай меня, послушай, Энрике. Вышло недоразумение. Я подумал, что она тебя обидела. Нет, папа. Изамар была очень добра ко мне. Ну, хорошо, сынок, хорошо. Позже мы об этом поговорим. Давай снимем эту штуку. Ну, как она снимается? Я хочу, чтобы тебе было удобно, пока я постелю тебе кровать. Ложись. Держи, надень пижаму. Спи спокойно, ничего не бойся. Я буду сидеть с тобой. Не думай о страшном. Тебя все любят. Не думай о страшном. Не волнуйся. Папа! Да, сынок? Что? Я не хочу, чтобы Каролина обижала Изамар. И ты тоже ее не обижай. Иса хорошая, папа. Изамар очень хорошая. Нет, я шла домой к моему крестному Закарису и увидела, как мальчик кричит. Мертвец, мертвец! Я его увидела и очень испугалась. Этот человек плавал в устье реки, лицом вниз. А ты не видела, у него было пулевое ранение или ножевая рана? Хулио Сесар, ты что, спятил? Неужели я буду интересоваться такими вещами? Мне кажется, что у Урбина неожиданно случился приступ. Он упал в реку и утонул. Я открою. Можно? А Хулио Сесар? Он там лежит. Слава Богу, что это не ты, Хулио. В чем дело? Чего тебе здесь нужно, Мальдонадо? Мы хотели узнать, как ты, Хулио. Хулио Сесар, пожалуйста, я хочу, чтобы ты меня выслушал. Замолчи, Мальдонадо. Я не желаю тебя слушать, ясно? Не забывай, в том, что со мной случилось, виноват твой отец. И никто меня не разубедит, что смерть Урбины тоже не на нем. Не спорь со мной, дорогая. Элисенда мне рассказала. Ты встретила ее очень плохо. Конечно. Я знала, что эта европейка тебе нажалуется. Это дура. Пенита, пожалуйста. Ты ее нагрубила. А это непозволительно. Дорогая, послушай. Элисенда или европейка, как ты ее называешь, моя жена. Можешь мне не повторять. Очень хорошо, что ты это усвоила. Я не собираюсь тебе больше повторять. Ты должна уважать всю мою семью, начиная с моей жены. Поняла меня, Пенита? Я тебе ни в чем не отказываю. Не нужно на меня обижаться. Какая ты обидчивая. Хорошо, Фернандо. Можешь мне не повторять. Я вела себя глупо. Вот видишь, Пенита, все можно выяснить в разговоре. Роса. Простите, дон Фернандо. Ну, пустяки, Виолетта. Я уже ухожу. Потом мы поговорим.
когда твой пыл немного охладится. Ай, Русы, я не хотела еще...